Здравствуйте всем! Вы на канале Стрепуха. Сегодня будем готовить постную кулебяку с грибами и двумя видами каш – пшеной и гречневой. А прослаивать мы все это будем блинчиками. Каким образом будет построена наша кулебяка? Забегая вперед, расскажу сейчас об этом, чтобы вы понимали то, что будет происходить сейчас. То есть мы сделаем тесто для кулебяки, дадим ему расстояться, испечем блинчики, которые будут основным составляющим между этажами в кулебяке. И когда будем выкладывать, то раскатываем тесто, кладем один вид каши, закрываем блинчиком, затем положим обжаренные грибы с луком, снова прослоим это блинчиками. И третий слой – это будет снова каша. Все это закроем и поместим в духовку. Как это будет происходить? Смотрите. Напоминаю, что полное и подробное описание рецепта вы найдете, как всегда, внизу под видео. А теперь подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и давайте смотреть. Вы можете использовать уже готовые, например, покупные блинчики. Я хочу испечь их сама. Для блинчиков нам понадобится 200 грамм муки, 3 яйца, 2 столовые ложки сахара, 600 миллилитров молока, щепотка соли, растительное масло для жарки и для теста и половина картошечки для того, чтобы жарить. Чтобы приготовить тесто для блинчиков, все продукты должны быть комнатной температуры, поэтому их надо достать загодя. Особенно это касается молока и яиц. Разбиваем в миску 3 яйца. В яйца добавляю щепотку соли или 2. Яйца перемешиваю пока вручную с солью. Добавляем 2 столовые ложки сахара. Добавляем молоко 1/3, чуть-чуть. И в полуготовое тесто добавляю просеянную муку. Здесь у меня 200 грамм. Муку добавляем сразу. Вот когда вы смешиваете сначала сыпучие продукты, а потом добавляете молоко, тесто получается однородным и без комочков. Мы потом лучше добавим молоко. Немного добавляю молока и продолжаю вымешивать. Вливаю оставшееся молоко. Тесто для блинчиков должно получиться такие, как жирненькие сливки. Когда тесто уже равномерное, однородное, добавляем 1 столовую ложку растительного масла, обычного подсолнечного. 1 столовую ложку. Когда тесто приготовится, закрываем его полотенцем и оставляем на 30 минут в сторону при комнатной температуре. Так, 30 грамм сахара, 10 грамм соли. Делаем тесто для кулебяки. Ингредиенты, которые нам потребуются. 1 сырой картофель. 700 грамм муки. 10 грамм соли. 30 грамм, это 2 столовые ложки сахарного песка. 7 грамм дрожжей. Растительное масло в количестве 4 столовые ложки. И для обмазывания нам потребуется крепкий, сладкий, обычный черный чай. Начинаем готовить тесто для кулебяки. Сырой картофель необходимо очистить. Поскольку в рецепте не используются ни яйца, никаких связующих, то как раз и картофель будет этим самым связующим. Картофель я ополоснула, режу напополам, заливаю горячей водой и ставлю на плиту отвариваться. Варим картофель до мягкости. Теперь я хочу рассказать об ингредиентах, которыми буду начинять кулебяку.
первую очередь это лук. Луком кулебяку не испортишь. Его понадобится 1,5 килограмма. Да, вы не ослышались, 1,5 килограмма. 500 грамм любых грибов. Поскольку два вида каши, то я использую по 250 грамм пшеной и гречневой. С гречкой у меня напряженка, вот остались последние 3 пакетика, поэтому если в пакетиках, то 3, если по весу, то 250 грамм. Из приправ буду использовать зиру, ну и соль по вкусу. Тушить лук будем на растительном масле. Знаете, многие жалуются, когда готовят пшеную кашу, что она горчит. Для того, чтобы горечи не было, необходимо ее перед тем, как сварить, замочить ненадолго. В кипящую подсоленную воду опускаю пакетики с гречкой. У меня по инструкции 10 минут. Вы варите до готовности. Гречка отварилась. Сейчас я ее снимаю с плиты. Вынимаю пакетики для того, чтобы дать лишней воде стечь. Промытую пшеную крупу 250 грамм укладываю в кастрюлю. Кладу в кастрюлю. Заливаю пшеную крупу горячей водой и ставлю на плиту. Варим до готовности. Воду для каши подсаливаю. Так, проверю картофель. Все, вот он мягкий, картофель сварился. Теперь картофель нужно размять в пюре, прямо вот в этом отваре. Весь отвар не выливайте, оставьте его, возможно, он пригодится при вымешивании теста. После того, как размяли картофель, нужно дать ему остыть в течение 15 минут. Шелухунь выкидываем, оставим ее на Пасху, будем красить яйца. Вот эту часть заднюю, именуемую попкой, обязательно убирайте. Она дает неприятную горечь в готовом блюде. Но лук без него, конечно, не обойтись. Готовлю тесто для кулебяки. Сухие дрожжи всегда смешивают с мукой. Добавляю в муку сухие дрожжи. Мука уже просеянная. И тщательно перемешиваю. Охлажденный картофель. Кладу в миску, где буду вымешивать тесто. Добавляю соль. Туда же отправляю сахар. 30 грамм, 2 столовые ложки без горки. Кладу просеянную муку. И 4 столовые ложки растительного масла. У меня подсолнечное. Теперь нужно вымесить эластичное тесто. Начинаю ложкой, потом прибегну к услугам своих рук. Если тесто получается вот такое рассыпчатое и не склеивается, не эластичное, добавляем понемногу в воду от отвара из-под картофеля. Тесто практически такое же, как на пиццу, что-то есть схожее. Вот. Самое главное, когда вымешиваете, добиться того, чтобы тесто стало эластичное и не прилипало к рукам. Скатываем такой шарик. Тесто нужно поместить в емкость, закрыть полотенцем или пищевой пленкой и оставить в покое при комнатной температуре на 1,5 часа, 90 минут. Закрываем полотенце и убираем в теплое место. Наливаю растительное масло, это нужно для того, чтобы смазывать сковородку. Включаю газ. Сковородка должна хорошо разогреться. Продолжаю жарить блинчики, вернее, уже начала. Теперь надо порезать лук мелко, все 1,5 килограмма. Получаются, но нужно будет всего лишь 10, максимум 12. Такой рецепт.
Самоизоляция, день пятый. Лук накрошили, грибы разморозились. Теперь приступаем к их обжарке. Обжаривать будем отдельно на двух сковородах. Ставлю сковородку на огонь. Наливаем масло. Масла тратится достаточно много, около 100 мл. Жарим лук до золотистого цвета примерно 15 минут. Здесь буду обжаривать грибы вначале на сухой сковороде. Грибы нужно жарить до тех пор, пока не выпарится влага. Это минимум 5 минут. Видите, вот она сейчас вся испарится, а потом мы добавим опять растительное масло. После того, как из грибов выпарится вода, необходимо немножко добавить оливкового масла и продолжать обжаривать еще минут 5. Когда лук пожарится примерно 10 минут, нужно посолить по вкусу и добавить зиры. Я немножко вот так вот растираю, чтобы пошел аромат. Он такую восточную нотку придает этому блюду. Можно добавить перец. После того, как посолила лук, посолю и грибы. А вот, пожалуй, в грибы я добавлю еще перца. Грибы жарятся. Лук пожарили до золотистости. Теперь мысленно делим лук на три части. Вот таким вот образом. То есть получается и 1/3 необходимо переложить грибам и продолжить тушиться там. Так, грибы с луком готовы, плиту выключаю. Теперь оставшиеся две части лука. Одна пойдет в гречневую кашу, в гречку в отварную, а вторая пойдет в пшенку. 1/3 лука выкладываю сюда. А 1/3 сюда. Теперь нужно взять гречку и перемешать. Пшенную кашу смешиваем с луком. Я рекомендую попробовать обе каши сейчас, чтобы узнать, устраивает ли вас то количество соли, каким вы посолили. Потому что если нет, то добавьте те ингредиенты, которые вам нужны. Вкусно! Очень вкусно! Итак, начинка для кулебяки у нас готова. Теперь примемся за тесто. Оно уже подошло. Прелестно, просто прелестно. Тесто отлично поднялось. Достаем тесто и разделим напополам. Та часть, которая побольше, пойдет вниз, та, которая поменьше, пойдет наверх. Не знаю, какая побольше, пусть будет вот эта. Раскатываем из нижней части овал. Раскатывается он хорошо, легко. Теперь эту часть нижнюю надо переложить на противень. Слегка смазываю форму. Слегка смазываю противень растительным маслом. Теперь нужно переложить на противень. Можно немножко подрастянуть. То же самое делаем и с оставшейся частью. Так, отставляем верхнюю часть. Теперь приступаем к сборке кулебяки.
на тесто выложу 3 слоя начинки, разделяя их блинчиками. Грибы будут в середине. На дно кладу гречневую кашу. Не дохожу до края примерно 1 сантиметр. Это нужно для того, чтобы скрепить два пласта теста. Выкладываем аккуратно, ложка за ложкой, постоянно разравнивая, добиваясь одинаковой высоты на всей поверхности. Переложим этот слой блинчиками. Снова перекладываем блинчиками и выкладываем 3-й слой. Тесто немножко подрастяну. Оно должно покрыть всю кулебяку. И аккуратно закрываю. Теперь нужно скрепить края. Закрываю кулебяку полотенцем и даю расстояться минут 10. Тем временем приготовлю чай. Он необходим нам будет для смазывания. Теперь необходимо заварить чай. Крепкий черный чай. Чай у меня не совсем обычный. Это мой чай, моего производства. Сделала я его из Иван-чая. Как его делать, обязательно все расскажу и покажу. Но только летом. Ждем июль. Чай необходим для того, чтобы смазать пирог. Если вы не поститесь, можете смазать его взбитым яйцом. Включаю духовку на 180 градусов, верхний, нижний жар. Ну, 180-190. Чай заварился, теперь его нужно налить в чашку и добавить сахар. Он должен быть очень сладкий. Очень сладкий, крепкий чай. Добавляю 7 кубиков, маленьких 7 кубиков сахара. Перемешиваю и жду, пока сахар растворится. Пирог расстоялся. Теперь необходимо сделать отверстие для выхода пара. Теперь нужно всю поверхность смазать горячим чаем. Кулебяка смазана, отправляем в духовку минут на 40. Помещаем в середину духовки. Раз, два, у меня получается второй уровень. 40 минут после начала запекания я чуть-чуть прибавила, буквально на 2 минуты, чтобы позолотилась корочка. То есть в итоге кулебяка запекалась 45 минут. Вот посмотрите, какая она красивая, румяная, вкусная. Портиться тут нечему. Надо сейчас закрыть и дать ей отдохнуть. Смотрите, пар какой идет. Видно? Прямо она дышит. Немножко дадим отдохнуть. Я уже прямо в предвкушении. Я прям чувствую, там такая вкуснятина получится вообще. Сытная и ароматная кулебяка придется по вкусу всем. Тем, кто соблюдает пост, и не постящимся, вегетарианцам и тот, кто любит вкусно поесть. Она подойдет и тем, кто любит очень вкусно готовить. Попробуйте кулебяку. А теперь ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ешьте кулебяку, пеките у себя дома и будьте здоровы!
Итак, кулебяка готова. Она охладилась. Перекладываю. Мне все тут такое добротное, домашнее. Я нахожусь в самоизоляции. Здесь мне не до жиру. Что есть, из того и делаем. Отлично. Сейчас я порежу. Вообще, у меня здесь столько всяких вещей, которые вот еще из прошлого века. Каждая частичка, каждая вещица, она просто вот дышит этой стариной, дышит дыханием истории этого дома. Посмотрите, какие великолепные подставочки. Это уже даже треснуло. Но они мне так дороги, я так люблю. Испортить ее очень трудно, чем все ингредиенты уже практически готовы, а тесто практически как на пиццу. Смотрим, какая она на срезе. Вот она прямо вот дышит вся, видите, как здорово. Посмотрите, как здорово видны все слои. Внизу гречневая каша, вверху пшеная и посередине грибная. Посередине грибы с луком.